Итак, черный кремень, использование в бочке с отстаиванием с водой. Опускается просто в воду на дно. Никакой эксплуатации не требует. 500 лет гарантия. Вот на такой объем воды, Здесь где-то 100 литров. Три вот этих кремня где-то килограмма полтора. И, в принципе, достаточно для использования уже полезной, чистой, дезинфицированной воды. В течение 3 дней вода полностью будет дезинфицирована. И кремень будет работать вот на такой объем. Можно будет эту воду даже пить. Если бы объем был меньше, то это могло бы случиться уже через день. На такой объем 3, ну, может быть, максимум 5 дней. Вы уже по вкусу воды почувствуете разницу.